все мы романтики, есть у нас мечта. Песни, танцы, флешмобы. Так проходят репетиции у выпускников школ города. Ребята готовятся к последнему звонку. У девятиклассников из шестой школы это вызывает грустные и трогательные эмоции. Если честно, я до сих пор еще не поняла того, что вот уже все, конец пути. Немножко тревожно из-за того, что впереди будущее, а позади столько лет учебы. Честно, я и радуюсь, и грущу по этому поводу. Будешь скучать по одноклассникам? Думаю, да, я провела свои школьные годы не в одной школе и скучаю по каждым одноклассникам. Немножко, конечно, грустно, что уже так быстро время прошло, но и все равно уже есть какая-то радость, потому что уже все закончилось. Школьные танцы, я участвовала в первый раз в них. Мы готовились, наверное, уже с зимы, практически каждую неделю по несколько раз. После уроков мы собирались и репетировали танцы, ставили вместе, придумывали. Насколько тебе интересен такой опыт? Мне такой опыт интересен, потому что, во-первых, мы все вместе, это нас сплочает, хорошо проводим время и думаем, что у нас все получится хорошо. Несмотря на смех и веселье во время репетиции, расслабляться ребятам некогда. Сразу после последнего звонка им предстоят госэкзамены, к которым они готовились весь год. Я пойду до 11 класса. А потом уже буду решать, куда поступать. Готовлюсь с начала 9 класса. Конечно, страшно, но надеюсь на лучшее. Ну, если честно, мне грустно, потому что я с этими ребятами с 1 класса. Хочется, конечно, еще продлить это время, но скоро уже уходим в будущее. Месяцы подготовки не прошли зря. Осталось отточить последние движения, и ребята будут готовы продемонстрировать для учителей и родителей один из самых трогательных танцев. Слезы прощания были последней строкой в книге нашего образования. Шестую школу в этом году заканчивают 5 девятых и 1 11 класс. Всего к выпуску из образовательного учреждения готовится около 150 учеников. Мы в 11 классе будем проводить в актовом зале последний звонок, потому что у нас будет с видео завязано. То есть у нас по сценарию предполагает, что нам нужно помещение, нам нужно видеоряд, звуковой ряд и так далее. А вот с 9 классами больше такая торжественная линейка, где дети покажут свои флешмобы, танцы, песни, вальс, прочитают стихи, и она у нас пройдет у школьного крыльца. Когда проводить последний звонок, каждая школа решает самостоятельно. В 6-й у 9-классников он прозвенит уже в субботу 20 мая, а у 11 классов он состоится в день общегородского последнего звонка 23 мая.